Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Сполучені Штати готуються надіслати черговий пакет військової допомоги Україні, який включатиме зброю і боєприпаси, які відіграватимуть критичну роль на полі бою у наступні тижні і місяці. Так Джон Кірбі, координатор стратегічної комунікації Ради з Нацбезпеки США, в інтерв'ю «Голосу Америки» відповів на питання про те, чи пришвидшують західні партнери свою допомогу для України нині, аби уникнути браку боєприпасів. Ми передаємо безпекове обладнання в руки українських солдатів із безпрецедентною швидкістю та з відчуттям терміновості, яке ми всі поділяємо. І так триватиме і надалі. Я не буду забігати наперед українських операцій чи їхніх потреб надалі. Про це вони говоритимуть самі. Але вже в найближчі дні ви побачите ще один пакет допомоги від Сполучених Штатів. Я думаю, що ви побачите у цьому пакеті такі матеріали, зброю і боєприпаси, які, на нашу думку, будуть життєво важливими для успіху України у наступні тижні і місяці. Тим часом Словаччина стала вже другою державою, яка вирішила передати Україні винищувачі МІГ-29, аби, як сказав прем'єр-міністр країни Едуард Гегер, захистити життя. У Білому домі новину привітали, але, зазначив Джон Кірбі, на рішення Сполучених Штатів про передачу F-16 це не вплине. Він, однак, наголосив, українці чудово знають, як керувати і обслуговувати винищувачі МІГ-29, тому вони стануть гарним доповненням до авіапарку українських ВПС. Більше про значення цієї новини і про те, як українці опановують обладнання західного зразка, вже зараз поговоримо із нашим кореспондентом у Лондоні Богданом Цюпином. Богдане, вітаю. Як реагують у Європі на рішення Польщі і Словаччини про передачу винищувачів? Чи можете спонукати інші країни передати новіші літаки західного зразка? Коли обговорюють, власне, розвиток подій у цьому напрямку, то багато коментаторів, наприклад, тут у Великій Британії і в Європі вказують, що оголошення Словаччини про передання МІГ-29 літаків-винищувачів Україні з'явилося упродовж доби після того, як це зробила Польща. Тобто, очевидно, що йдеться про невипадковий і узгоджений крок. Також, якщо ми поглянемо на те, що лунало трохи давніше, зокрема від британського міністра оборони Бена Уоллеса, буквально у дні річниці російського лютневого вторгнення в Україну, то можна пригадати, що саме тоді британський міністр оборони заявив, що він хотів би, чи що країна Велика Британія хотіла би підштовхнути ідею передачі Україні цих радянських літаків якомога швидше, щоб не чекати на тренування українських пілотів на західних літаках. І, зокрема, важливим моментом, якщо ми пригадуємо, було те, що Британія заявила, що надати західні літаки зараз Україні не можуть з деяких причин, зокрема через тривалість навчання тощо. Але Британія сказала, що зараз західні союзники, і, зокрема, британці, готові забезпечити захист з повітря своїм союзникам, особливо тим, які погодяться передати свої літаки, зокрема літаки радянського виробництва, давні Україні. І зараз ми маємо ось такий крок. Тобто, я думаю, що вибудовується певний ланцюг, який вказує на те, що за кулісами, за лаштунками відбувалася дуже складна робота, відбувалися серйозні переговори. Ну і не забуваємо, що окрім НАТО, окрім союзників військових, які працюють над питаннями оборони, також є Європейський Союз, який забезпечує тим країнам, які передають цю зброю, дуже дорогу зброю, цю та іншу Україні, що їм відбувається компенсація зі спеціальних фондів Європейського Союзу. І йдеться про сотні мільйонів євро, очевидно, і доларів. Вони за демократію. И весь западный подлый мир – твари. Говорят, да вы что, русские, невиданная жестокость. Всегда ли мы видим вот такую сдержанную реакцию на подобные инциденты? Все-таки тут можно говорить даже о материальных потерях. Этот беспилотник стоит в среднем около $32 миллионов. 10 миллионов, не 30. 30 в русской Википедии написали, лучше не читать русскую Википедию. Но вообще, когда мы какие-то говорим профессиональные технические вещи, лучше не читать Википедию, но тем более русскую. Да, $10 миллионов. Нет, для них это расходники. Сотни штук этих риперов построено. Они сбивались и над Сирией, и над Йеменом, и где-то еще. То есть, причем сбивались и насбивались. Здесь мы знаем, что его повредили. То есть, это слишком грубо сказано, сбросили. То есть на него маневры совершали эти Да, с целью именно, конечно же, его в конечном итоге вывести из строя, важно подчеркнуть, то есть это не случайные маневры, вот, но все-таки не сбитие в смысле вот, вести бой. Вот его теряли именно при сбитиях, скажем, хуситы в Йемене именно сбили, то есть именно ракеты, вот, в Афганистане тоже были случаи. То есть для них это не новое, это расходник. То есть, я открою секрет, в будущем еще собьют риперы. Им не обязательно русский, тот другой собьет где-то. То есть они летают, да, их могут сбивать, их собьют. Это как бы и суть разведывательного беспилотника. Да, относительно не дешевые, но 10 миллионов. Но смотря для кого мы смотрим, как бы. Ну, у американцев 800 миллиардов военный бюджет. Ну, 10 миллионов это копейка. Вот на фоне всего этого военного бюджета. Да, Россия проверяет этим, конечно же, это не случайно было. Они очень боятся риперов. Ну, то есть, Рипер — это тот, кто ликвидировал Сулеймани, генерала иранского. И Путин недавно, кстати, упоминал про этого Сулеймани, что, мол, вот хлопнули человека, вот ай-яй-яй, боже мой, как же так можно. Они безумно боятся, что куда-нибудь, не знаю, там Путин поедет в Крым, и Рипер по нему выпустит Hellfire, да, ракету. Гиена огненная, на минуточку, называется. Вот. Реакция американцев будет 100%. Ну, это просто нужно понимать, что эта же система... Вообще западная в целом вот этого первого мира, эта система такая строго технократичная, меритократичная и технократичная. Это не система, которая на эмоциях работает. О, сбили, о боже, вот мы такие вот слабые, надо срочно показать силу. Нет. Просто мы видим, что бац, сейчас сразу вот Украине МИГи передают. Впервые будет передана авиация напрямую. Не разобранная как конструктор, они передадут. Вот, ну, может быть, как раз стучали как бы и поляками и так далее, сказали, все, даем зеленый свет. И это вот первая ласточка только. Плюс новые заявления этого генерала Мили, вот, который аккуратно к украинскому контрнаступлению и так далее. Ну, то есть, если мы смотрим как бы в масштабах, какой ценой невысокой американцы смогли навредить России, избит беспилотник разведывательный, который расходник. Ну, это просто смешно и жалко, как бы, но со стороны России, которая там носится, их там, как это, прости господи, военкоры и эти пропагандисты там из этого великую перемогу как бы делают, что вот они там чуть ли не ядерный бомбардировщик там какой-то сбили, вот, не знаю, спутники как будто какие-то там, старлинки все там обнулили, вот, что-то такое, ну, это просто смешно. Почему мы все время должны утираться? Это лучше, чем ничего, с одной стороны, а с другой, но все равно это надо делать. Надо делать. Ну, пусть, если это не трибунал, которого тяжелее создать, а Международный уголовный суд взял на себя эту функцию вот сейчас, прямо сегодня. Ну, так пусть он, понимаете? Пусть он. Мы как бы понимаем, что лучше суд начнет работать прямо сейчас, пока война еще идет, потому что он и его решение такого суда, ну, пусть это Международный уголовный суд, и вот этот ордер на Путина, они повлияют на ход войны. Вы скажете, а как они повлияют на ход войны? Ну, вот я уже слышу критические голоса с разных сторон. Ну, а что толку от этой бумажки? Вот выписали, там, объявили и так далее. Путина же никто вот так просто не возьмет на хомуте, не привезет в Гаагу и так далее. Вы понимаете как? Ну, во-первых, у этого то политическое последствие, что Путин становится уже не то чтобы изгоем, как бы на чисто психологическом, формальном уровне с точки зрения отношения к нему. Вот, Путин, мы с тобой не хотим разговаривать, ты нехороший человек. Нет, это уже как бы манифестируется, юридически подкрепляется с тем, что общаться с военным преступником, ну, становится проблематичным. Это не просто радиоактивно, а это могут быть юридические последствия. Те, кто вступает в какие-то договоры, отношения с военным преступником, ну, как бы тоже могут пострадать. И это касается как внутренней политики, так и внешней. То есть, с ним, в общем, проблематично общаться и руководителям стран, ну, как минимум, входящих в Международный уголовный суд, вот этих 123 стран, которые Римский статут признают. Ну, а как они будут, имея юрисдикцию этого суда, общаться с преступником, которого этот Международный уголовный суд разыскивает? Даже приезжая в Москву, я не говорю, что Путин, который приедет в какую-то из стран Европы, практически все страны Европы Римский статут приняли, утвердили и являются полноценными участниками системы Международного уголовного суда. А как же к нему ездить, а как с ним вести переговоры, а как с ним что-то подписывать? Он же уголовник, он же военный преступник, понимаете? Его разыскивают. Теперь для внутреннего контура. Ну, конечно, это проблемно, потому что люди, которые рядом с ним, они же не хотят сидеть с ним рядом в Гааге на скамейке. Вы представляете, какая истерика дикая в российских пабликах, СМИ и в комментариях официальных лиц. То есть они отдают себе отчет. Если кто-то говорит, что они не отдупляют совсем, прекрасно они отдупляют. Прекрасно отдупляют, что такое суд и последствия его решений. Прекрасно они это отдупляют. Тем более, что они понимают, человек, которого разыскивают по ордеру, не то, что там счетик открыть и авуары какие-то спрятаны на Западе. Да? Представляете, у Путина сейчас можно отнять все. Он вообще как бы человек, у которого вообще больше ничего не может быть. Ни денег, ни собственности, ничего. Так вот, они не хотят, конечно же, своей основной частью, большей частью так рисковать. Ну, кто скажет, что это не так? Ну, кто добровольно захочет вот, присесть рядом с Путиным за войну в Украине? Никто. Поэтому это может вызвать некоторую эрозию, разрыхление окружения Путина на предмет, а стоит ли это все продолжать. Тем более это будет усугублено, тем более, да, и со снижением мотивации, если, давайте так говорить, наступление украинских вооруженных сил, ВСУ, да, столь ожидаемое контрнаступление будет успешным, то ради чего вообще все, если мы еще и проигрываем, понимаете? Отвечать как проигравший еще хуже, чем, ну, хотя бы не проигравший, я уж не говорю выигравший, потому что шансы понижаются кратно. То есть, на снижение мотивации окружения продолжать войну это точно будет влиять. Понимаете, мы подходим к очередной красной черте в этом конфликте. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.